Телевизора в каждой комнате, а смотреть нечего. В этом детском доме до недавнего времени было всего два канала. Теперь, благодаря меценатам, у ребят появился огромный выбор. На крыше установили тарелку спутникового телевидения. Дети будут более интересно им проводить время, смотреть то один. Там же есть и другие каналы, какие познавательные. Поэтому я думаю, что это для детей очень даже неплохо. Мы решили выбрать для себя один детский дом, над которым головной офис берет шефство. Мы долго шли к этому, долго готовились, думали, что же детям подарить, как устроить им праздник. В Красноармейске оказалось два детских дома. Выбирать не стали. Устроили праздник воспитанникам обоих интернатов. Занятия нашлись для детей всех возрастов. Аниматоры из развивающего центра отправили воспитанников красноармейских интернатов в путешествие во времени. Малышам пришлось убегать от аборигенов племени Тумба-Юмба. В Древней Греции ребята научились танцевать сертаки, а инопланетяне устроили дискотеку. Я думаю, что в дальнейшем они не будут замкнуты, они будут успешно социализироваться в нашем обществе благодаря вот таким встречам. И благодаря тому же телевидению, которое вот нам устанавливают. В завершение праздника каждый воспитанник получил подарок – набор для личной гигиены. Екатерина Савина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.